Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Лев Лещенко вместе с женой обратился к медикам за помощью, так как подозревал у себя коронавирус. Сейчас певцу уже поставили диагноз и начали лечить от двухстороннего воспаления легких, об этом сообщили журналисты. Информацию о состоянии своего друга раскрыл Владимир Винокур. Он отметил, что Лев Лещенко нормально себя чувствует, пишет телеграм-канал РИА Новости. Пока COVID-19 у певца и его супруги не подтвердился. Известно, что он сам обратился в больницу, так как почувствовал себя не очень хорошо и решил обезопасить себя и близких. Ранее журналисты сообщали, что Владимир Винокур смог посетить приятеля в инфекционном отделении. Сам юморист в разговоре с радио «Спутник» подобную информацию опроверг. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!